Всем большой привет, мои дорогие зрители! Сегодня мы с вами приготовим картофельные пончики или ленивые пирожки. А получаются они пышными, вкусными, ароматными. Для приготовления нам нужно 3 картофеля, 300 грамм, мука, 1 яйцо, прованские травы, дрожжи сухие, соль, сахар, подсолнечное растительное масло и любая зелень. У меня укроп. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь, ставьте лайк, звоните в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А кто уже подписан, огромная благодарность. Итак, мы приступаем. Нам нужно отварить картофель. Варим картофель до готовности и немножко подсолим. С отварного картофеля сливаем воду. Картошку разминаем, превращаем в пюре. Сюда же убиваем 1 яйцо, чайная ложка соли и прованских трав. Если у вас осталась картошка, вот пюрешка, и не знаете, что приготовить, вот приготовить можно такие вот картофельные пончики, либо ленивые пирожки. А прованские травы какой аромат придают. К картофелю добавляем воду, в которой картошка варилась, не выливаем, нам нужно около 200 миллилитров воды. Чайная ложка сухих дрожжей и чайная ложка сахара. И все хорошо перемешиваем. И добавляем муку рассеянную. Нам понадобится 450-500 грамм муки просеянной. И добавляем зелень. Если тесто вам покажется немножко тугим, можно немножко воды добавить теплой. И вот такое тесто я замесила. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на минут 20-30 в теплом месте. Вот как тесто поднялось. Отлично, такое мягенькое. И сверху поливаем немножко растительным маслом. Из такого количества теста я вот сформировала вот такие 12 шариков. Подходят на глазах. Тесто мягенькое, с ним приятно работать. Разогреваем сковороду, вливаем на растительное масло. Желательно побольше. И обжариваем с двух сторон. Немножко теста прижимаем. Жарю я на среднем огне. Какая красота! Пышненькие! Как пахнет розмарином! Я бы поставила водичку. Свежий розмарин.
Ну вот такие вот пышные, красивые у нас получились пирожки или пончики. Красота. Мягенькие. Друзья, приготовьте. Это очень вкусно. Делитесь также своими рецептами. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вот такие вот они внутри. Все прожарилось. Попробуем. Нежное тесто. Вкуснячие. Друзья, готовьте. Это очень вкусно. У меня нет слов. Вот такие у нас пончики. Либо как можно по-другому, как хотите, можно назвать. Мы с вами приготовили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Делитесь, кстати, своими рецептами. Очень вкусно. Кажется, одним таким пирожком, либо пончиком, можно наесться вполне. А ваши родные попросят вас еще приготовить такие. Это намного вкуснее, чем обычные пирожки.